Слава Козловский прокатали не безошибочно. К сожалению, после выбросов лип она упала. Но, понимаете, цена этих соревнований. Вот есть соревнования настоящие. И Тамара Николаевна, она же не дремлет, она пробует на следующий год новые какие-то вещи. И вот мы увидели, и вы сейчас посмотрите, мы увидели сальтов параллельный, тройной, и на выезде два с половиной акси и еще один два с половиной акси. То есть, понимаете, оценка-то увеличивается. Они на чемпионате России этого не делали. Вот он, этот улуп. Показали только тулуп, к сожалению. Вот тонус. Тонус, я бы сказала, что не так низко была голова, и долго она ложилась в тонус. Но положение это было принято, и все. Александра Бойкова, Дмитрий Козловский и их прекрасная Анна Каренина. Произвольная программа. Ребята, сложнейший каскад на старте. Блестящее исполнение всех элементов, но в конце чуть-чуть не получилось. Чего не хватило? Не хватило сил. Немножечко побороться надо было. Дим, мне кажется, что сегодня ты особенно проник в этот образ. Ну, катаюсь с такой замечательной партнершей, настоящей профессионалкой своего дела. Волей-неволей проникаешься. Дима! Хочешь, я тебе расскажу про классных партнерш? Сегодня тебя поддерживала очень классная партнерша. Она сейчас сидит у нас в боксе. Я никак не мог выиграть соревнования эти. Никак. Я думаю, что мне не хватало моей партнерши Татьяны Волосожар. Поэтому давайте поаплодируем. Двукратная олимпийская чемпионка. Чемпионка мира. Четырехкратная чемпионка Европы. Татьяна Волосожар. А сейчас... оценки Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Внимание на экран. Силы сегодня пригодятся не только спортсменам, но и зрителям, и тренерам. Срывает голос уже Максим Тройков. Больше по сравнению с Тарасовым и Морозовым набирают Бойкову, Козловским. И еще на один балл приближают. Нас не догонят к красной машине. Тиньков, банк, которому доверяют уже более 25 миллионов человек, восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Тиньков желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Завершают соревнования в произвольной программе Анастасия Мишина и Александр Галямов. Красная машина. И снова красная машина в догоняющих. И догнать и перегнать нас не догонят призванные чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галямов. Blood and bone, but if you're gonna start a rumble, don't.
свою машину. Мишин и Галямов катали свою произвольную программу. Галямов просит, чтобы ему еще больше хлопали. Уже больше некуда. Хорошо катались. Тоже не без падений. Падение было с выброса. Но тройной тулуп был очень хороший. Сальхов, Оллер Сальхов. Она немножко на выезде с первого элемента не показала нам выезд, сделала Оллер. У нее всегда такая есть небольшая проблема. Лучше шпагат великолепный, выброс Ридбергера упал. Вращение, которое они делали, партнер потерял равновесие на первом вращении. Но тут же взялся делать. Очень нервный вот, турнир. Видите, очень тяжелое такое падение, да? Тяжелая. Анастасия Мишина, Александр Галямов, Тамара Николаевна Москвина, Артур Минчук. Все в сборе. Ребята, вы выиграли практически все. Если не сказать, что от слова совсем все. И были чемпионами Европы, и чемпионами мира, и выиграли командное золото Олимпийских игр. Стабильность, безусловно, важна. Но мне кажется, еще, да, Тамара Николаевна, нужен какой-то, может быть, творческий прорыв. Вот когда и в каком направлении вы предполагаете, произойдет этот прорыв? Прорыв должен произойти в самих нас. Мы хотим учить новое, двигаться вперед и никого не пропускать вперед нас. Мы обязательно... Это не последний старт в сезоне, поэтому мы еще лучше порадуем вас на дальнейших стартах. Спасибо вам за эту... невероятную эмоциональную поддержку. Спасибо вам, Москва. Спасибо. Ну а пока мы занимаем свои места для того, чтобы увидеть баллы за произвольную программу. Тамара Николаевна, вы в эфире. Татьяна Анатольевна Тарасова сказала, что вы рыбка. Я рыбка? Ой, я вообще-то хорошо плаваю в сложных жизненных ситуациях. Может быть, пожалуй, она и права. Согласна. Вы всегда правы. Итак, баллы за произвольную программу.
А как плавают ученики? Тамара Николаевна Москвиной. 148,28. Это означает, что еще на 2 балла сокращается преимущество красной машины. И продолжает лихо закручиваться интрига в нашем турнире. 20 баллов впереди по-прежнему красной. Но впереди еще выступление мужчин-одиночников все еще переменится неоднократно. Ну вот, завершились соревнования спортивных пар. Буквально на 20 баллов красная машина обыгрывает. Я уверен, что ненадолго команду нас не догонят. И честно вам хочу сказать, что после вчерашнего дня ко мне пришла просто гора писем с одним единственным вопросом. Люди спрашивали, говорили, ты, Мить, конечно, норм ведущий, но будет ли сегодня красавица Женя Медведева? Будешь ли ты ей давать что-то говорить? И на оба эти вопроса я отвечаю «да». Встречайте чемпионка мира Евгения Медведева! Здравствуй, Митя! Привет. Здравствуйте, зрители и телезрители, которые наблюдают за нашим зрелищным турниром с удобных, мягких кресел перед телевизором. Знаете, невероятная атмосфера, а самое главное, соревновательная царит здесь, на арене. Ну, а ведь что может быть лучше, чем выбросы, подкруты, высокие поддержки? Перебежки! Перебежки для начала столь энергичного соревнования. Ну, а мне вот, честно говоря, если ты задашь мне этот вопрос по поводу атмосферы, мне на ум приходит слово «вкусно». Мне и по вкусу вкусно, и по сути вкусно. Конечно, многие сейчас могут сказать, что лысый что-то несешь, зачем позвали сюда этого дилетанта. А я, друзья, скажу так, мне все равно, я так чувствую. Это же правильно, Жень? Это абсолютно правильно, ведь в фигурном катании чувства и эмоции играют огромную роль. А сейчас, друзья, нам нужно чуть-чуть успокоиться, вдохнуть. Выдохнуть. И успокоить. Ой, Жень, подожди, а я у тебя вот хотел спросить, мне интересно, а можешь ты сейчас показать лицо спортсмена на льду перед выполнением сложного элемента? Ну, знаете, поскольку фигурное катание – это сложный вид спорта, мы перед элементом выглядим, как будто мы выходим на ринг. Угу. А после исполнения сложного элемента ну, какое а лицо? После как раз-таки можно немножечко расслабиться и улыбнуться. И, то есть спортсмены, то такие. Вот мы сейчас проверим, работает ли эта схема. Потому да? что? Вот и посмотрим. Ведь сейчас готовится выйти на лед мужчины, которые покажут нам произвольную программу. Они, ох, какие непростые ребята, и заставят нас понервничать. Наслаждаемся! Thank you.
Take my breath away and make it last forever.
let's get down to business. Give you one more night to get this. You've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't wanna buy me. Mama, I've let my heart speak. Friends keep telling me to leave it. На сегодня все. А за экскурсию деньги переводить в Мальбанию. По 300 рублей. Все еще набираешь номер телефона для перевода вручную. Тинькофф первым в России запустил сканер номера. Открой приложение Тинькофф и перейди в платежи. Нажми на значок сканер. Наведи камеру на номер телефона. Сканер распознает даже написанное от руки номер. Установи приложение Тинькофф и переводи деньги без боя без комиссии. Тинькофф, он такой один. Не ставь свою жизнь на паузу. Живи каждый день. Не ставь крест на своих мечтах. Возьми все в свои руки. Не ставь себе рамки. Твои возможности безграничны. Каждый день, каждый миг стремись к победам. Ведь именно так поступают чемпионы. Лига Ставка. Ставь на себя. Фигурное катание не описать словами. Это то, что надо видеть. Чтобы рассмотреть красоту в деталях. Ощутить напряжение каждого момента. И разделить эмоции финала. Наслаждайтесь фигурным катанием на любом устройстве в видеосервисе ВИК. Ростелеком. Технологии и возможности. Фигурное катание не описать словами. Уважаемые зрители, встречайте на льду участников соревнований среди мужчин. Макар Игнатов, команда «Нас не догонят». Глеб Лутфулин, «Красная машина». Андрей Мазалюк, «Нас не догонят». Артем Ковалев, команда «Красная машина». Разрешена разминка участников. Что-то совершенно умопомрачительное выдали наши одиночники на чемпионате России в Красноярске. И сейчас они будут решать, какая команда после второго вида программы продолжит ли лидировать «Красная машина» или вперед вырвется «Нас не догонит». То есть какая команда будет опережать перед выступлениями девушек-одиночниц. По 4 спортсмена в каждом коллективе. На льду сейчас первая разминка. Макар Игнатов и Андрей Мазалев представляют команду «Синих». Глеб Лутфулин и Артем Ковалев выступят за «Красных». И прямо сейчас разница между двумя этими коллективами 20 баллов в пользу «Красной машины». 1043 балла набрала команда, в которой капитанствует Алина Загитова. А команда капитана Камилы Валиевой имеет сейчас 1023 балла.
На первый взгляд, достаточно солидное преимущество имеют красные, но в то же время этот гандикап отыгрывается всего лишь одним выступлением в произвольной программе у мужчин. Согласно правилам фигурного катания, именно мужчины набирают наибольшее количество баллов за свои выступления. Это не только потому, что они исполняют огромное количество многооборотных, читай, четверных прыжков, но также и по той причине, что коэффициент, на который умножается оценка за компоненты, у мужчин выше, чем в любом другом виде фигурного катания. Отменно выступили эти спортсмены в первый день соревнований. Каждый из них блистательно откатал свою короткую программу. Больше остальных за короткую получил ученик Кирилл Давыденко, выступающий за «Нас не догонят» Андрей Мазалев. Ну а сейчас на ваших экранах Алексей Николаевич Мишин и Татьяна Прокофьева, этот тренерский штаб Глеба Лутфуллина, а также Евгения Семененко, который сегодня выступит заключительным стартовым номером за синюю команду и выступит под предпоследним номером среди всех мужчин-одиночников. Никак не привыкну к тому, что разминка не влияет на катание. Как это? Не привыкну. С вашим-то опытом, За много лет, за тысячу лет работы никак не привыкну. Пробуют. Тут двойной прыгун. Но все-таки... Мне всегда кажется, и я уверен в этом, что какие-то элементы должны находиться в таком состоянии, когда разбудишь, тогда и прыгнешь. Это не относится к четверным прыжкам, а не относится... Четверные нельзя с просонья прыгать? Я думаю, что тулуп можно. У кого он есть, тулуп, я думаю, что можно. Но есть какой-то набор прыжков, когда ты что же это такое? Выходит на соревнования, какие-то двойные дурацкие прыгают. Ну что это? Я не знаю. Я полностью согласен, Татьяна. Тренируешься столько лет. Прыгаешь все на тренировку. Ну, один раз вообще прыгнул. На разминке можно. Так их колбасит. Я не знаю. Я не помню уже, когда я катался. Меня не колбасило. Серьезно? Нет. Должно быть волнение. Ну, не такое, чтобы ноги прям вообще отказывались кататься. Крепкая нервная система. Не, распрыгались тихонечко. Здорово распрыгались. Да, то один, вот то прошло другой. 2,5, наверное, минуты, 3, да, и они распрыгались. Не знаю, сколько прошло времени. И... А я скажу, почти 4. Осталось 2 минутки до окончания разминки. Так. Очень хорошее, кстати, наблюдение. Да, у нас сейчас видно, да, на вот экранах. Да, вот распрыгались. Видите, и Глеб Лутфуллин уже... Знаете, прошло 4 минуты, и как-то голову отпустило. А когда голову отпустит, сразу отпускает ноги. Это тоже, конечно. Это тоже, конечно, очень... Рецепт успешного выступления от Татьяны Тарасовой. Голову отпустит и ноги тоже отпустит. Татьяна Анатольевна, поприветствуйте публику. Спасибо большое. Спасибо большое за любовь. Я чувствую ее. Я чувствую, знаю. Ну и в хорошем настроении, обратите внимание, сейчас находятся обе наши команды. Распрыгались. Не только ребята, которые распрыгались, но еще и... Ну и тренеры, которые стоят. Ну и команды, за которые они выступают. Да, конечно, конечно. И тренеры, которые подпирают борт. И слава богу, что этот бортик есть, потому что есть куда деть руки, поставить и упираться в них очень сильно. Потому нет, что бортик выдержит, он не упадет. Подпрыгиваешься с каждым его прыжком. Постепенно начинают успокаивать дыхание. Начинают успокаиваться и сами спортсмены. И первым стартовым номером в этой разминке выступит Макар Игнатов. За синюю команду он выступает. Ждем его уже классического традиционного четверного Ридбергера, но в этой группе не только у Макара Игнатова есть четверной Ридбергер, но также у Глеба Лутфуллина, да, а он Глеба выступает Лутфуллина за красный. Тоже есть. И мне вчера очень понравился Мазалев. Кто понравился? Мазалев очень. Мазалев всем понравился? Да, очень понравился вчера. Он мне вообще всегда нравится.
Нам вчера Глеб Лутфуллин сказал, что он планирует исполнить 4 четверных прыжка в программе. Я напомню, что первым россиянином, кто это сумел сделать на официальных соревнованиях, является как раз Макар Игнат, имеющий первый стартовый номер. Да-да. Соревнования в произвольной программе открывает представитель команды «Нас не догонят». Встречайте на льду Макар Игнатов. Что такое 1440 на 180? Нет, это отнюдь не нестандартное разрешение ваших телевизоров, на которых вы смотрите Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию. Первое число – это количество градусов, которые исполняют наши спортсмены при четверных прыжках. Ну а второе – это число градусов, на которые разворачивается ситуация после каждого выступления. На льду Макар Игнатов, представляющий команду «Нас не догонят». The orgastic future that year by year recedes before us. You eluded us then, but that's no matter. Tomorrow we will run faster. Ох, как жаль! Thank you.
Да, не всегда так получается, что ты хочешь делать 4 четверных, и ты их не сделаешь. Конечно, всему есть объяснение. Не потому, что Новый год прошел 8 месяцев, а потому, что он очень высокий. И, конечно, и очень длинные ноги. Очень тяжело так прыгать, но у него это получалось. И мы всегда думали, что это какой-то просто феномен, потому что он растет и прыгает, а тут... Ну, просто исковырялся весь исковырялся. Вот был немножко недокрут на Ридберге. Ну, руки надо все равно раскрывать. Великий Гэтсби, Макар Игнатов. Макар, ну не великий прокат, но тем не менее мы тебя поздравляем с окончанием этих соревнований. Есть что сказать? Я даже не знаю пока что сказать, потому что в принципе все видели, все было на льду. К сожалению, это не тот прокат, который я хотел бы показать. Хочется извиниться перед командой, но я надеюсь, что дальше мы сможем. Во время твоего проката, после этих ошибок на прыжках, ты все время смотрел на лед. Тебе там что-то мешало или казалось, что может быть что-то не так? Я не знаю, по ощущениям просто было, все дело нормально, начинаю выезжать и что-то непонятное происходит. А ты знаешь, в чем проблема я нашел? В чехлах. Я всегда думал, что в Санкт-Петербурге за синих принято болеть. Евгений Владимирович, может, вы процент какой-то там имеете? Ни в коем случае. Я единственное хочу поблагодарить зал за такую теплую, прекрасную атмосферу. Спасибо вам большое. Камила, но Игнат же все равно, Макар Игнатов же все равно наш. Абсолютно, всегда. Прощаем? Да. Да мы и не обижались. Ждем оценки. Макар Игнатов. Продолжаем следить за тем, как развиваются события. Сейчас дает определенную фору красной машине Макар Игнатов, но его результат, тем не менее, все-таки идет в общую сумму 147,85. И сейчас нас не догонит и имеет 1171 балл против 1043 у красной машины. Уважаемые зрители, свою произвольную программу представляет фигурист из команды «Красная машина». На льду Глеб Лутфуллин. Четыре четверных прыжка в произвольной программе. Об этом во всеуслышание объявил Глеб Лутфуллин во время постпрокатного интервью после своей короткой программы, выступая за красную машину. Тренеры Татьяна и Алексей Мишин. Четверная Ридберге. И четверной тулуп. Thank you.
Третий четверной сальхо в каскаде с тройным Ридбергером. Ну что ж, сказал, сделал. Четыре четверных от Глеба Лутфуллина. Недурственно, я так скажу. Недурственно. Вот посмотрите, два парня. Очень хорошо сложены. Один и второй. Но этот меньше. Меньше Макара Игнатова. Легче, тоньше. Ножки сильные, ловкие, не длинные. Плюс Алексей Николаевич Мишин. Плюс Танюха Мишина. Плюс и хореограф Прокофьева. Нет, конечно, ощущения такой от программы. Ах! Но эта программа вся построена на технических сложнейших элементах. Вот это первый Ридбергер с касанием руки. На сложнейших элементах. Если говорить об Олимпийских играх, то он дойдет до них. Потому что прибавится немножко мощности. Сейчас устает этот труд, но он прыгнул все четверные прыжки, которые у него были. А их было четыре. Глеб Лутфуллин, Татьяна Прокофьева, Алексей Николаевич Мишин. И сразу же словами профессора о том, что ты выступал под музыку однажды в Америке, но сейчас, сегодня было однажды в Москве. И, безусловно, ты стал открытием и достоянием, не побоюсь этого громкого слова, достоянием этого турнира. Но для тебя что это, соревнование или все-таки шоу? Для меня это и соревнование, и шоу. То есть в плане соревнования это борьба за свою команду, за хорошие баллы, ну и отчасти шоу повеселить народ. Ты однозначно нас повеселил, но заставил команду «Синих» немножко призадуматься. Алексей Николаевич, вы прошли очень многое. Вот для вас точно такой же вопрос. Это соревнование или все-таки больше как шоу? Вы знаете, это праздник. Праздник всего фигурного катания нашего отечественного. Ура нашему фигурному катанию! Спасибо, спасибо, тройное ура. Да, я пожму валидольные программы и короткие, и произвольные у мужчин, но ты покорил наши сердца. Особенно вот тем каскадом. Четверной сальков, тройной Ридбегер. Ну а сейчас твои баллы.
Глеб Лутфуллин показывает, что те 20 баллов, на которые его команда опережала соперника, вполне возможно отыграть одним прокатом. Но сейчас чаша весов все дальше качается в сторону красных, и преимущество уже составляет больше 30 баллов. Тинькофф, банк, которому доверяют уже более 25 миллионов человек, восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Тинькофф желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Соревнования в произвольной программе продолжает Андрей Мазалев. Команда «Нас не догонят». Программы Андрея Мазалева традиционно подставлены под различные образы. Сейчас ему предстоит вместе с командой выступить в роли барона Мюнхгаузена и вытаскивать себя вместе с коллективом «Нас не догонят» за волосы из того полуболотца, в котором команда сейчас оказалась.
Вот это композиция. Вот это программа. Работа рук, работа корпуса. Четверные прыжки. Было три четверных прыжка. Был сальхо, было два тулупа, было два аксли. Упал с тройного флипа. А пару лет назад он делал четверной флип. И я это видела. Понимаете, как бывает? Даже странно. Да и не был уставший, до конца катался, что он тут не умер. Я вообще... 3 года назад этого мальчишки вообще не было практически видно. Потом я помню, он стал что чемпионом на сборе мира. В Новогорск, да, привезли его, милого. Я еще помню, что я спрашивала, а кто он такой, мальчишка? Кто его тренер? Кто с ним? Потом все узнала, и они ко мне подошли, и познакомились, и все. И мальчик, просто преодолевая, все делает. У него, конечно, если у него будет флип, с ним тоже будет очень тяжело соревноваться, если они прыгнут и повысят физику. Андрей Мазалев, тот парень, который в нашу команду второй день подряд вселяет надежду и уверенность в наших силах. Андрюх, ты всю программу боролся с этой проклятой красной рукой. И в конце она тебя чуть-чуть придушила, но ты не сдался и до конца докатал свою произвольную программу с таким настроением. Спасибо тебе за этот прокат, дружище. Расскажи нам, как быть таким стойким? Спасибо за вашу поддержку. Я думаю, что без нее бы таких прокатов бы и не было. Ты все сказал своим прокатом, а теперь посмотрим, что скажут судьи. Андрей Мазалев действительно сделал все возможное для того, чтобы его команда продолжила бороться за первенство с красной машиной. И сейчас у него лучший результат из всех выступивших мужчин. 177,78 балла. Продолжают бороться и догонять лидера. Представители команды «Нас не догонят», а сейчас выходят вперед. Впереди еще очень много интересного. Не пропустите. Произвольную программу представляет Артем Ковалев, команда «Красная машина». Команда «Красная машина» сейчас в роли догоняющих, но есть выступление плюс один. И этим одним в мужском одиночном катании является Артем Ковалев, который успешным выступлением в произвольной программе может вновь вывести коллектив Алины Загитовой вперед в борьбе против синих команды Камилы Валиевой. Итак, Артем Ковалев и его произвольная программа в рамках Тинькофф Кубка Первого канала по фигурному катанию. Есть первый четверной. Сальхов. Четверной тулуп, двойной тулуп.
Неплохо прокатал. Неплохо Артем прокатал. Ковалев, неплохо. Ну, что-то не удалось, конечно. Четверной сальто прыгнул. Четверной тулуп прыгнул с двойным тулупом. Два акселя, 3,5 оборота. То есть технически, ну, среднее. Еще один тулуп четверной проскочил. Не могу сказать, что... Вот программа «Вторая половина» мне понравилась. Она была сделана хотя бы в музыку. И он ее старался исполнить. Первая половина он был сосредоточен совершенно только на элементах, на прыжках. И никакой красоты, на мой взгляд, там не было. Но прыжки сами по себе украшения. И очень большое украшение. Вот тренирует его Волков. И я дружила с отцом Волкова, Сережей, с нашим первым чемпионом мира, который случился в Колорадо Спрингс, в Соединенных Штатах Америки. Дружила с ним, он был воспитанник Кудрявцева Виктора Николаевича. Где ты, Витя? Как ты себя чувствуешь? Будь здоров, Витя. Артем Ковалев, Александр Волков, присаживайся, Саша, спасибо тебе большое. Мне кажется, даже 20 лет назад, в 2002 году, я так не переживал на своих Олимпийских играх, как сегодня. Спасибо тебе большое, дайте одни. Скажи, ты слышал нашу поддержку? Ты слышал, как мы тебе кричали? Дыши, поднажми. И слова твоей песни «Remember me», «Помни меня», мы тебя действительно запомним как настоящего бойца. Ты член красной машины. Ты машина. Спасибо. Я хочу сказать огромное спасибо команде. И по поводу души не слышал, но слышал «Считай». Мы за тебя даже считали. Я это тоже слышал. Спасибо большое. А нам очень приятно, что именно за свою команду, команду «Красная машина», сегодня ты выдал, наверное, один из самых лучших прокатов в этом сезоне. Наверное, как на чемпионате России, в принципе. Такая же бабочка обидная, но, в принципе, более-менее нормально. Мы не роботы, порой совершаем ошибки. Дальше будем только улучшаться. А сейчас твои оценки. Мы тоже сейчас будем считать. 1348. Результат нас не догонит. У Артема Ковалева 171,5. И это означает, что вновь впереди красная машина. Впрочем, преимущество уже не столь велико. Разница 37. Это отыгрывается, хотя синим будет сложно. Александр Самарин, «Красная машина».
Ксении Семененко. Нас не догонят. Петр Гуменит, красная машина. Разрешена разминка участников. Хорошее настроение в красной машине. Сейчас было очень заметно, как болеет команда Алины Загитовой за Артема Ковалева. После каждого удачного элемента все вскакивали со своих мест. И капитан Алины Загитовой, и Алексей Ягудин, и Владимир Морозов, и все-все-все. Понятно, что имея преимущество больше 35 баллов, будет у тебя хорошее настроение. Но сейчас есть прекрасная возможность у Дмитрия Алиева и Евгения Семененко. Двух, кстати, чемпионов России разных лет. Больше в мужском одиночном ни один из спортсменов чемпионата России не выигрывали. Поправить положение синей команды, чтобы нас не догонят, догнала таки, наконец, красную машину и перешла уже в контрнаступление. В первый день соревнований во время коротких программ не лучшим образом выступил Дима Алиев. Не показал собственного максимума и Женя Семененко. Поэтому сейчас эти спортсмены вместо того, чтобы просить прощения у команды и болельщиков, полны решимости реабилитироваться и наконец-то принести лидерство команде Камилы Валиевой. Впрочем, за красную машину выступают Александр Самарин и Петр Гуменник. Спортсмены, которые в разные годы стояли на пьедестале почета на чемпионатах страны. Лучшее достижение Самарина – серебро. Лучшее достижение Петра Гуменника – также серебро. И он добыл его в нынешнем сезоне, набрав ровно такое же количество баллов, что и чемпион Евгений Семененко. Так что назвать этих двух одиночников слабым звеном по сравнению с Алиевым и Евгением Семененко ни в коем случае язык не повернется. В любом случае интрига по-прежнему сохраняется, и мы с нескрываемым интересом продолжаем следить за тем, что происходит на Кубке Первого канала. Впереди еще 4 произвольные программы наших одиночников, которые уже начинают распрыгиваться, которые вот сейчас Петр Гуменник исполняет четверной Ридбергер. До этого на четверной лут заходил Александр Самарин. И сейчас в рамках этой разминки мы с вами посмотрим, кто на что готов, кто на что пойдет. Пока 4 четверных прыжка исполнил разве что Глеб Лутфулин, но на 3 четверных заходили каждый. И Макар Игнатов, и Андрей Мазалев, и Артем Ковалев. Не у всех получилось. У Мазалева получилось исполнить 3 четверных прыжка. 2 четверных было у Артема Ковалева. И Макар Игнатов исполнил но тем не менее, все-таки синие по-прежнему в борьбе. Да, ребята стараются на эти разминки, все преодолевают. С одинарных начинают. Ну, вторые прыжки не прыгают на разминке. Просто экономят немножечко силы. Вот очень хорошо Алиев четверной эту лук. Ну, ничего не скажешь. Осталось так в программе 3 раза сделать, а лучше 4. Да, а лучше 4 разных. Ну, 4 разных не получится. Ну, тебе но не кажется? 4 тулупа тоже не получится. Ой, боже мой, боже мой. И удачно, как упал Гуменник. Прям в шпагат. Ну, Алиев, тебе не кажется, что он чуть-чуть поправился? Потому что здесь буквально... Кстати, Анатолий, ну Сальков прыгает вот четвертый. Ну прыгает, когда не уставший. Когда не уставший, когда в разминке, когда на старте. Другое дело, каждый килограмм. Петя Гуменник сейчас разминает четверной лутц. Сейчас гораздо лучше попытка, чем предыдущая. Очень переживает за ученика Вероника Дайнека. Мы за него тоже переживаем. Неужто пойдет на повышенную сложность этот спортсмен? Хотелось бы верить, хотелось бы видеть и пожелать ему успеха. Очень приятно, что Вика Дайнека, в общем, в обойме тех тренеров, которые сейчас выводят своих лучших, лучшие 10 человек в сборной команде. Есть? Это новый тренер, есть. Есть четверная лучшая Петра Гуменника. Да. Но не знаю, как у него в тренировке. Знаете, я лично считал на тренировках первый, второй прыжок, третий. Какой прыжок стабильнее получается? Так. Если получается второй, то не очень получается третий. Интересно. Да? И когда ты каждый день немножечко пишешь, ты можешь потом забыть, но это у тебя остается в памяти. И ты не должен забывать, потому что вот здесь вот эта разминка, она предполагает
прыгнуть или не прыгнуть, или ты его наладил и оставил в таком факторе. Угу. Не прыгнул, не выложился до конца. Вот ну, смотрите. Я не знаю, у меня такая история была с Куликом. На Олимпийских играх мы утром не могли прыгнуть Ридбергер. Он зашел два раза, не мог прыгнуть. Я сказала, остановись, вечером прыгнешь. Мы сейчас не знаем, что говорят тренеры. Ну, понимаете, да, это такое дело. Очень индивидуальное. Ну вот, мужики уже как бы напрыгались. Мы сейчас обратили внимание, что больше чем за минуту до окончания разминки Дмитрий Алиев, разогревшийся, надел олимпийку обратно. Сейчас ему первым стартовать, и до его программы остается буквально меньше минуты. И начинает постепенно разогреваться его команда. Команда «Нас не догонят», которая сейчас во время раскатки ведет себя значительно активнее коллектива «Красных». Знаете, это всегда вот последние шесть человек, например, мальчиков, да, на чемпионате мира. Вот. Здорово. Семененко провел четверную Ридберге. Просто здорово. Нам там тут прям подарочки. Подарочки делают. Соревнования второй группы открывают фигуристы из команды «Нас не догонят». Встречаем Дмитрий Алиев. Дмитрий Алиев выходит на лед, полон решимости. Этот спортсмен, чемпион России сезона 2020-2021 годов, принести своей команде «Нас не догонят» максимум баллов. Давай, милый, как следует. Начало хорошее, четверной тулуп чисто. И четверной Сальхов. Каскад из четверного и тройного тулупов. Thank you.
Отличное выступление Дмитрия Алиева, практически безошибочное. Заключите первое пари на любимый вид спорта в Лиге Ставок. Всем новым игрокам бонус за регистрацию до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте lygastavok.ru. Талант? Он и есть талант. Он талантливый парень. И когда соединяется в те редкие мгновения талант вместе с возможностью, то получается хорошее катание. С Ридбергера упал зря. Потому что с тройного Ридбергера не падают мастера. Но все равно шепотом катался первую часть и вторую, где прыгнул все. И четвертой тулуп, и Сальков, и тулуп с тулупом. Дмитрий Алиев и его реванш с самим собой. Димка, как мы за тебя болели, как мы хотели, чтобы ты наконец уже показал все, на что ты способен, и у тебя почти получилось. Садись, отдыхай, сейчас будем разговаривать. Каков был твой настрой? Я думаю, что запредельный после вчерашнего. Ой, всем привет. Настрой был такое, что я заставил себя не думать о вчерашнем дне, об этой неудаче, и не знаю, как назвать. Как ты мне вчера сказал, на первом не буду говорить, кое-что нужно поджать просто, да? Вот, и я сегодня старался это сделать, не подвести ни команду, ни болельщиков, которые за нас болеют и переживают. Дима, спасибо тебе за этот прокат. Мы с нетерпением ждем баллы, которые ты сейчас заработал. У болельщиков команды «Нас не догонят» определенно появляется повод для радости. Дмитрий Алиев сейчас получает самую высокую оценку за произвольную программу. Во всяком случае, оценка за технику у него была выше, чем у всех остальных до него прокатавшихся одиночников. Потирает сейчас голову то, что осталось от прически Евгений Рукавицын. Он прекрасно знаком с возможностями ученика, а мы в ожидании оценок Дмитрия Алиева. Получше, получше настроение в составе команды «Синих». И есть от чего. 185,5 баллов набирает Дмитрий Алиев. И команда «Синих» снова выходит вперед. Дайте же общий балл. 1534 «Нас не догонят». 1385. Красная машина впереди. Борьба за кубок Первого канала. Произвольную программу представляет фигурист из команды «Красная машина». Встречайте, Александр Самарин. Один из сложнейших моментов для «Красной машины» в рамках «Тиньков Кубка Первого канала» по фигурному катанию. В рамках мужского одиночного катания сейчас пока самое большое преимущество обеспечивает себе команда «Синих». «Нас не догонит». Александр Самарин призван догнать и перегнать за «Красную машину». Четверной лут с двойным тулупом. Сложнейший каскада Самарина.
Вы знаете, есть такие спортсмены, которым нельзя ошибаться. Иначе это сразу не имеет смысла, если сразу проигрываешь. Потому что есть кое-какие недостатки, которые сразу вылезают. Поэтому ты должен кататься все время только на бис и браво. И вот Саша относится к таким спортсменам. Вот если он все делает, все подряд, то это вызывает и у судей, и у, там, понятно, что у тренеров, и у публики. Вызывает чудесный луз четверной, чудесный в самом начале. Вот. И он тебя как бы оголяет. И сразу вылезают его недостатки. И сразу кажется, что он устал. И он несуразно падает. Бывает, человек падает и быстренько встает, да? Он не быстро встает. Но... Александр Самарин. Александр Самарин. Да. Александр Самарин вместе с нами, Светлана Соколовская. Скажи мне, пожалуйста, этот вопрос... Вот единственное падение Александра Самарина, которое, про которое только что как раз говорила Татьяна Анатольевна, как переживает Светлана Соколовская. Я хотел бы обратить внимание еще и на то, что в образе людей в черном находится сейчас вся красная машина, которая поддерживает каждого из своих фигуристов. Такого феноменального начала программы, когда ты исполнил самый сложный элемент фигурного катания, четверной луз еще в каскаде с тройным тулупом. Дальше, вот середина программы. Какие мысли тебя посещали? Нас-то просто спасибо, что живой. Ну, мысли были примерно такие же. После проката, вот, к сожалению, пришло осознание того, что начал как игрок красной команды, а закончил как игрок противоположный. Поэтому... На что-то намекаешь? Нет, говорю прямым текстом. Лучше бы ты прямым текстом высказал свою позицию во второй половине своей произвольной программы. Светлана, а ты о чем думала? Я думала, господи, хоть бы не помер, доехал бы уже. Наши с вами мысли абсолютно смотрят в одну сторону. Давайте сейчас дождемся оценок. Ну, а тебе спасибо за борьбу. Агент С. Александр Самарин получает за свою команду в произвольной программе 152,66 балла. Это означает, что у нас практически равенство на табло. По-прежнему в пользу красных, но оно сократилось до 4 баллов. Соревнования в произвольной программе продолжают фигуристы из команды «Нас не догонят». Встречайте на льду Евгений Семененко. И вновь, ух, какую интригу подвесили парни-одиночники. Евгений Семененко из синей команды сейчас призван вновь вывести свою команду вперед. Получится или не получится в произвольной программе чемпиона России. Смотрим прямо сейчас. Разница 4 балла по-прежнему в пользу красных. My last game, it came out.
поехали. Татьяна Николаевна Мишина, вас очень не хватает. Парень как-то потерялся сейчас. Начал с четверного Ридбергера, ну ладно, бы упал. Потом дальше серия вообще каких-то непонятных одинарных прыжков. Упал. В конце концов, во второй половине сделал тройной аксель плюс тройной тулуп. Больше не сделал четверных вообще никаких. Это чемпион страны. Так бывает. После большого взлета бывает падение. Надо вставать, продолжать дальше с нуля. Евгений Семененко, его произвольная программа, так нашумевшая в этом сезоне. Наш чемпион. Жень, что сегодня пошло не так? Может быть, к сессии готовился, а не к этому турниру? Не, я готовился и к сессии, и к турниру. Ну, не все получилось. Бывает. Теперь ты знаешь, что такое командное давление? Ну, я и до этого знал. Ладно, Жень, давай ждать твои оценки. Вижу, что настроение у тебя не очень. Давай подождем. А с Алексеем Николаевичем поговорим. У него всегда есть что сказать. Вот Тамара Николаевна, ваша партнерша по спорту, сегодня одела нейтральный свитер. А вы прямо обозначили. Синий пиджак, белая рубашка. А я хотел быть сегодня красивым. Вы всегда красавец. Ну, спасибо. Стараюсь. Алексей Николаевич, обычно ваши ученики прыгают по 3-4 четверных. А сегодня сколько вам удалось насчитать четверных у Евгения? Не трогайте больные струны души моей. Все, ждем оценки. Присаживайтесь, Алексей Николаевич. Надеемся, что оценки залечат струны души болельщиков команды «Нас не догонит». Итак, результат Евгения Семененко. Чуть меньше 158 баллов. Это вполне конкурентоспособная сумма. А общая сумма почти 1700. У «Нас не догонит» и одна произвольная у «Красной машины». Соревнование в произвольной программе мужчин завершает Петр Гуменник. Красная машина. Давление заключительного стартового номера сейчас скажется или не скажется на Петре Гуменнике, который имеет возможность принести очередное лидерство своему коллективу, команде Алины Загитовой. Красная машина играет в догонялки и перегонялки. С «Нас не догонят». Справился с четверным Ридбергером Гуменник.
И с четверным сальховым в каскаде с тройным тулупом. Поздравить Вику Дайнеку с таким прекрасным парнем. Последнему кататься очень трудно. Когда прокатались кто как, кто хорошо, кто очень плохо. И вот здесь как раз характер проверяется. Вот у Гуменника, конечно, сильный характер. Он тащил каждый элемент. Ему каждый элемент не давался легко, может быть, после срыва первого элемента он заходил на четверной луч. Он сделал вообще какую-то корягу страшную. Он собрался и тут же пошел сделал четверной Ридбергер. Вот он, как раз его показывают. Вот, и выехал его. Потом он сделал четверной сальков с тройным тулупом и выехал его. Потом он сделал тройной аксель и выехал его. И еще один тройной аксель. И, конечно, венцом был Луц двойной, тройной, Ридбергер тройной и двойной Ридбергер. Петр Гуменник, Вероника Дайнеко. В первую очередь, Дмитрий Хрусталев. Одну секундочку, внимание. Я забираю свои вчерашние слова, сказанные тебе, о том, что я здесь буду просто сидеть и кайфовать. К сожалению, не получается. Я как будто вновь вернулся на какие-то моменты, минуты, секунды обратно в спорт. Потому что мы здесь все вместе, и с Алиной Загитовой, и все те, кто находится в нашей команде, сопереживали каждому твоему движению, каждому прыжку, каждому вращательному элементу. Спасибо тебе большое. Сложно было выступать заключительным в этой разминке? Нет, спокойно. Все хорошо получилось. Пятерной луц только не докрутил в три оборота. Да-да-да, я помню, я тебя спрашивал, пойдешь ли, если Алина тебя попросит исполнить пятерной. Это была попытка исполнить пятерной. Кивай лучше головой. Конечно. Да. Я просила вчера.
А что испытывает тренер, когда вы стоите за бортиком и понимаете, что вы никак уже не можете помочь? Ну, я подумала, Петерной Луц так жалко. Не докрутил 3 оборота всего. Всего. Это была попытка исполнить Петерной Луц. Ну, а сейчас попытка увидеть баллы, заработанные Петей произвольной программой. А представляете, если бы эта попытка еще и удалась. Но и без Петерного Луца Петр Гуменник набирает 182,38 балла и вновь выводит вперед красную машину. Красная машина снова впереди. Причем преимущество составляет уже солидные 28 баллов. Тиньков, банк, которому доверяет уже более 25 миллионов человек, восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Тиньков желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. А впереди у нас с вами выступление девушек в произвольной программе, в котором все и решится. Кубок Первого канала продолжается.
Уважаемые зрители, встречая на льду участниц соревнований. Софья Самоделкина, нас не догонят. Алина Горбачева, красная машина. Ксения Гущина, нас не догонят. Вероника Еметова, красная машина. Разрешена разминка. Помимо того, что сейчас соревнуются две команды, «Красная машина» и «Нас не догонят», состязаются также и группы болельщиков, которые изо всех сил стараются поддерживать своих любимых спортсменов и своих любимых капитанов. «Красную машину» возглавляет Алина Загитова, «Нас не догонят» команду «Синих» ведет к победе Камила Валиева. Прямо сейчас результаты на ваших экранах. 28 с небольшим баллов, преимущество «Красной машины» относительно команды «Синих». Что касается выступления девушек в произвольной программе, то, как вы уже, наверное, поняли, произошла одна замена в составе синей команды после того, как получила травму после серьезного падения. Анастасия Зинина в спешном порядке была призвана Ксения Гущина, и именно она сегодня выступит за синюю команду в рамках произвольной программы, третий стартовый номер. Первый стартовый номер у Софьи Самоделкиной, которая также, как и Ксения Гущина, выступает за «Нас не догонят», ну а «Красную машину» в этой группе участниц представляют Алина Горбачева и Вероника Еметова. Татьяна Анатольевна, вы так внимательно наблюдаете за тем, что происходит на ледовой площадке, что тоже успели подметить. Я успела подметить, что девочки быстрее приступают к прыжкам, чем мальчики. Раньше? Да, раньше. О чем это говорит? Говорит о том, что девочки смелые. Вот посмотрим, когда они закончат. Я так наблюдал за разминками в нынешнем сезоне. Если мужчины-одиночники примерно за минутку уже начинают приводить дыхание в порядок, то девушки как раз наоборот до последних секунд прыгают, прыгают, прыгают и прыгают. Нет, ну будь, конечно, нужно привести в порядок. Ну, конечно, я хотел сказать, когда еще мужчины катались, что когда выходит на чемпионат мира последняя разминка, шесть человек, зал затихает. Потому что оттуда идет такая энергия с этого катка. Что-то страшное просто, понимаете? Она сносит тебя с сиденья, где ты сидишь. Она сносит тебя с ног, если ты стоишь. Поэтому все замирают. У девочек этого нет. Девочки хорошо разминаются. Как кататься? Сейчас девчонки, конечно, молодцы. Я почему-то верю, что будут кататься здорово. Одна за другой разминаются, разминаются, раскатываются. Тренеры внимательно смотрят. Вот и члены команд уже возвращаются на свои позиции для того, чтобы болеть за каждую из одиночниц. Именно в соревнованиях одиночниц и решится судьба Кубка Первого канала в нынешнем сезоне. Пока по-прежнему сохраняется преимущество «Красной машины». Разница в 28 баллов. Большая разница. Большая. Большая, но я бы не сказал, что это. Конечно, не скажешь, что непоправимая. Но это кто-то должен так валяться. Причем лучше бы, если две. Не надо, чтобы валялись. И... Наоборот, нужно, чтобы все хорошо катались. Ну, все хорошо катаете. «Красная машина» выиграла уже, считайте. Татьяна Анатольевна. Потому что это огром 28 баллов. Я рада буду ошибиться. Нет, конечно, хочется, чтобы все хорошо катались, а результат он будет. Мы все равно одинаково любим всех.
Но знаем, что один в сложной ситуации будет кататься, а второй в сложной ситуации что-то сдаст, и на него нельзя в этой сложной ситуации рассчитывать. Знаете, когда в 1905 году показывали первое фигурное катание, даже не показывали, а только Кононыхин рассказывал. Ничего нет, да, то изобретение телевидения. Просто черно-белый был, экран черно-белый. Он рассказывал, в каких платьях. А сейчас вы имеете возможность посмотреть, в каких платьях. Нежнейшие, изумительнейшие платья. Наряды просто хоть куда. Наши дизайнеры хорошо работают очень. Я сама работаю с очень, ну, считаю, что с выдающим художником, с Нателлой Абдулаевой. К сожалению, она ушла от нас. И с Миленой Бабковой, которая могла за ночь шить не одно платье, если мне приспичило поменять. И как часто вы меняли платье? Ох, как здорово четверной, но упало. Такой четверной сальто. Совершенно изумительный. Это Арина Горбачева сейчас заходила на четверной сальто. Вот как раз мы ее видим на своих экранах. И совсем скоро увидим ее и в рамках произвольной программы. А пока ждем Софью Самоделкину. Соревнования в произвольной программе открывает фигуристка из команды «Нас не догонят». Встречаем, Софья Самоделкина. Это Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию на льду. Софья Самоделкина. Впереди произвольные программы «Женщин-одиночниц». Синие в погоне за красными. Софья Самоделкина выступает за команду синих и, конечно же, вместе с коллективом хочет принести своей команде победу.
закончила свою красивую программу Софья Самоделкина. Много напрыгала каскадов и комбинаций. В конце, в начале посрывала, зашла на четверную сальку, сделала двойной, потом два с половиной аксель, потом флип, потом вот были лут с тройной, с тройным Ридбергером. Это сложная комбинация, во второй половине программы получается за него она много и получит за него много. И смотрелось очень эффектно. И сделать это сложно. Вот. И также флип она делала с тулупом и лутс, с солером сальховым. То есть весь конец программы выглядел намного лучше, чем начало. Это говорит о том, что она выносливая девочка. Софья Самоделкина и ее прекрасная произвольная программа «Аве Мария», «Аве Софья». Соня, довольна сегодня своим прокатом? Ну, если не брать сальхов, да. Но мы, честно говоря, с таким удовольствием наблюдали за тем, как ты каталась. Ты ни в коем случае нас не подвела. Ты каталась чисто, проникновенно и так душевно. Ты такая душевная, как и вся наша команда. Присаживайся, отдыхай после своей произвольной программы. Соль, ты планировала четверной сальхов или пятерной, как Петя Гуменник? Пятерной, думаю. Может быть, шестерной. А сколько тогда не докрутила? Ну, там где-то оборот два примерно. Ну, с математикой у тебя все в порядке. Сейчас посмотрим, сколько с математикой у нас, как с математикой у наших судей. Ждем твоих оценок. Не будем пока стелить соломку для синей команды. Впереди еще очень много выступлений. А пока ждем оценок Софьи Самоделкиной. Оценки-то очень приличные. 143,78 балла. И вновь впереди нас не догонят. С каким превосходством? С какой суммой баллов для начала? 1836, 116. Впереди нас не догонят. Уважаемые зрители, свою произвольную программу представляет Алина Горбачева, команда «Красная машина». Алина Горбачева удостоилась немало лестных слов от Татьяны Тарасовой по итогам короткой программы и сейчас выходит на произвольную программу. У нее, так же, как и у Софьи Самоделкиной, в заявке есть четверной сальхов. Будет ли он исполнен? Узнаем буквально через пару десятков секунд. Сальхов.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Какая крошка. Тоненькая маленькая крошка. Алина Горбачева. Каталась, как лютый зверь. Сальхов. Четверной. Лучше, чем мальчики. На второй зашла. Раба Божья. Ну, второй упала. Ну, и что ж. Посмотрите, какой Сальхов. Невероятное что-то. А какие ручки красивые. А как музыку чувствует. Немножко, видите, вторую ногу подставляет впереди. Ну, это пройдет. Там много оборотных прыжков. Вот второй Сальхов упал. С нами песенка Алина Горбачева. Со слов Татьяны Анатольевны Тарасова, ты раба Божья. Но я скажу так, ты абсолютно человек слова. Вот ты вчера сказала, что в любом случае пойдешь на четверной сальхов. Пошла не только на один, попробовала дважды его исполнить. Вот сейчас по горячим следам. Как ты считаешь, все-таки это командный турнир, риск стоил того? Считаю, что да, стоил. Потому что я умею его делать и могу делать два. Но мы надеемся, что этот риск выльется в брызги шампанского от победы красной машины. Мы желаем, конечно, нашей безалкогольного, конечно, шампанского. Безусловно, здесь же мы про спорт, про ЗОЖ. Мы тебя вновь хотим поблагодарить за то, что, несмотря на неудачные попытки во время 6-минутной разминки, ты все-таки пошла и попробовала. Не пробуя сегодня, никогда не будет хорошего исполнения завтра. Алиночка, спасибо тебе большое и добро пожаловать в командный турнир Кубок Первого канала. Ну а сейчас баллы. Мы надеемся и на 2, и на 3, и на 4 четверных в исполнении Алины Горбачевой. А пока красная машина в ожидании оценок Алины Горбачевой. И Алина, видите, улыбается, не скрывает своего хорошего настроения, равно как и ее тренеры. Сейчас мы с вами узнаем, какой же будет итог и какая сумма баллов появится на табло после объявления оценок этой спортсменки. Первой одиночницы в произвольной программе за красную машину. 143 балла Алина Горбачева. И снова красная машина впереди. И впереди с хорошим превосходством относительно соперника. Снова плюс 27 с половиной.
Тинькофф, банк, которому доверяют уже более 25 миллионов человек, восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Тинькофф желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Соревнования в произвольной программе продолжает фигуристка из команды «Нас не догонят». Встречаем Ксения Гущина. Дебют в командном турнире на призы Тинькофф Кубка Первого канала для Ксении Гущиной. Она сейчас выступает сразу с произвольной программой. За синих, за «Нас не догонят». Ну, на новенького-то как? На новенького. К
Хорошо. Упал, да, упал с Луца. Не докрутила его, не набрала скорость, не вышла вверх. Упала. Но все равно, вы знаете, вот эта ученица Кирилла Давиденко, он тренирует Мозалева. И вот в построении программы и в как-то восприятии ее, что ли, но чувствует, что над этим, над композицией работали. Вот мне, не могу сказать, что 100% понравилась ее программа. Ну, может, потому что я тоже немножко нервничала за нее, что девочка первый раз ее выдернули. Может, она приехала, откуда она и что. Но во всяком случае, она каталась очень достойно. Она уже выросла, она находится в этом периоде, когда девочки все меняются, да? И, в общем, не самое сложное катание, но красивое. Появилась здесь нежданно-негаданно. Скажи, тяжело было вот все эти дни? Выступаешь, не выступаешь, ведь ты приехала сюда и не знала, будешь ли ты на льду. И вот таким не очень, скажем так, по грустному поводу ты здесь оказалась, но тем не менее ты нас не подвела, здорово сегодня каталась. Расскажи немножко, как тебе с нами? Ну, очень хорошая команда, мне очень понравилось. Очень хорошо поддерживает. Волнительно было сегодня выходить на лед, ведь ты первый раз в командном турнире в таком принимаешь участие? Да, первый раз принимаю участие в командном турнире. Было немножко волнительно, но и интересно. А вот то, что ты не катала сегодня короткую программу, вчера короткую программу, а сегодня должна была катать только произвольную, это для тебя что-то новое? Ну, скорее всего, да. Ну, тогда мы сейчас просто посмотрим твои оценки. Скромничает, безусловно, Ксения Гущина. Неплохо она поддержала свою команду. Да, пока оценки далеки от предельных. И, тем не менее, синие по-прежнему в борьбе за почетный трофей. 1959 баллов почти у синих против 1863 у красных. Произвольную программу представляет фигуристка из красной машины. Встречаем Вероника Еметова. Уральский блок в нашей команде продолжает Вероника Еметова, родом из Перми. Ксения Гущина, но сейчас тренируется в Санкт-Петербурге, а Вероника родилась в Свердловской области и продолжает тренироваться в Екатеринбурге. Она представляет красную машину, которая выступает второй и поэтому постоянно находится в роли догоняющих.
Лариса Захая. Не падала. Не делала четверные прыжки. Но не делала самых сложных там каскадов, там тройной Ридбергер, например. Но она каталась в полную свою силу, максимально сделала все, что только она могла. И это, конечно, тоже большая заслуга. Такая ловкая, маленькая, очень надежная катальщица. Вот. Очень интересно у нее вращение. Вообще у нее вращение очень хорошее. Ну вот Луц. Она это делает элементарно. Она не срывает то, что она умеет делать. Это, конечно, качество. Но вращение у нее очень интересное. Например, вращение, я уже второй раз замечаю, что она и в коротке его делала. Вращение, а потом на той же ноге подпрыжка, как шпагат, и выезд. Сложный выезд, за это добавляют. И этот сложный выезд действительно сложный. Не просто, потому что мы такие мастера, что мы умеем сделать и на... И чтобы было не сложно, но считалось как сложно. А это действительно сложно. И вот она все это делала как часы, как часы. Каталась в музыку. Очень хорошая девочка. Вероника Еметова, спасибо тебе в первую очередь за мощное и уверенное катание. И в короткой, и в произвольной программах. И твои все программы насыщены какими-то такими очень вкусными элементами, которые дополняют и до того насыщенную картину. Скажи, а кто придумал вот это движение в короткой программе, когда ты стоишь, и вот так, вот такой слайд у тебя? Это кто? Кто придумал? Кто стоял у истоков? В общем, когда мы ставили короткую программу в начале сезона, мой хореограф Анастасия Алексеевна попросила сделать какую-нибудь интересную штуку, чтобы поставить ее в дорожку в короткой программе. Потому что у меня там... Вот. И я решила, что нужно попробовать что-нибудь такое, там, не какую-нибудь ласточку или что-то другое, а что-то новенькое. И я решила сесть в шпагат, и Анастасия Алексеевна сказала, вот так и делай. И вот с тех пор у меня эта штука. А мы хотим пожелать тебе, чтобы никогда не останавливалась на достигнутом, всегда импровизировала и искала вот эти вкусняшки, как мы их называем в мире фигурного катания. А кофточку мы тебе надели для того, чтобы, видишь, мы заботимся не только во время твоих выступлений, но еще и во время того, когда твоя жизнь после катания происходит. Итак, внимание на экран, твои оценки. Итак, не ласточка, возможно, даже не рыбка, а интересная штука. Вероника Еметова набирает 146,17 балла. Это пока максимум из произвольных программ. И смотрите, вновь красная машина впереди. Так как синие выступают первыми, мы до последнего номера не узнаем, кто же выиграет Тинькофф Кубок Первого канала. А впереди 4 решающих выступления. И вновь в решающей разминке собраны спортсменки, которые все как одна владеют тройным акселем. А также эти фигуристки будут еще исполнять и четверные прыжки в своих произвольных программах. Ибо время пришло, время
настала. В произвольной программе четверные разрешены. Их можно делать ровно столько, сколько ты умеешь. На это наши спортсменки способны. Борьба за Кубок Первого канала продолжается. Нас не догонят против красной машины. Красные пока впереди, но у синих есть два прекрасных козыря. Это Софья Муравьева и Елизавета Туктамышева. Впрочем, состав красных тоже поражает воображение. Аделия Петросян и новая чемпионка России Софья Акатьева будут представлять красную машину и показывать свои произвольные программы. Ну что ж, очень быстро летит время, и остается буквально несколько минут до окончания, разминки. Ну а до окончания Ников Кубка Первого канала еще 4 выступления наших прекрасных спортсменов, 4 произвольные программы, которые, не сомневаюсь, до глубины души тронут каждого из тех зрителей, что смотрит нашу трансляцию, и, конечно же, каждого, кто присутствует на трибунах. Сегодня переполненные трибуны арены ЦСКА в Москве, и каждый из зрителей получает невообразимое удовольствие. Во время разминки звучит легендарное произведение Бон Джови «Это моя жизнь». Действительно, фигурное катание – это наша жизнь. Жизнь всех, кто следит за этим прекрасным видом спорта и болеет как за своих любимых спортсменок, так и за свои любимые команды. За «Нас не догонят» и за «Красную машину». Я думаю, что мы все болеем за то, чтобы оно было, чтобы появлялись новые и новые выдающиеся спортсмены, чтобы они катались очень долго и были счастливы в том, что они делают, и совершенствовались, радовали бы себя и нас. На разминке чемпионка России 2023 года. Девчонки так немножко летают в этой разминке. Пока. Немножко? Сейчас немножко. Да так летают. А вот это и спланили, мы ждали. Недолго мы ждали. Сейчас два огромных красные и синие флаги в руках у Максима Транькова, в руках сначала у Алины Загитовой, сейчас у Валерия Ангелопола, поддерживают своих спортсменов, члены команд, и обе команды достойные победы, достойные этого почетного трофея Кубка Первого канала по фигурному катанию, который разыгрывается уже в третий раз и который становится традиционным и любимым как спортсменами, так и публикой. Любимым, честное слово, любимым, потому что ну просто ну нет мест. Это такая прелесть. Смотри, что люди в середине сезона, после Нового года, пришли к нам и заняли все места, потому что любят. Любят так, как мы это любим. И мы за это им очень благодарны. И, конечно, благодарны нашим тренерам и спортсменам, которые доставляют нам огромное удовольствие. Вот Лиза сделала 3,5 аксель. Ну, не бог знает весь как, но сделала. Ну, главное, это не разминка. Конечно, конечно. Это еще Кулик сказал, как это я не понимаю. Что разминка ни на что не влияет. Это тройной был. А вот это был четверной. Вот Аделия Петросян. А вот Аделия Петросян, четверной тулуп. Вот Лиза еще раз, тройной аксель. Уже с лучшим выездом. Алексей Николаевич работает над ней. Я люблю у Лизы это платье очень. Все, достигает апогея сейчас эмоции. Да, Муравьева тоже там просто так не ездит. Просто нет, взяла, нет, да, 3,5 и так прыгнула.
просто по-мужски. Все будут бороться до последней секунды. Так как первыми выступают синие, они постоянно будут лидировать, а красные будут находиться в роли догоняющих, и мы до последнего мгновения не узнаем, кто же станет, какая из команд станет победителем вот этого турнира. Вот Андрей Петрович сейчас сделает 3,5 акции. Соня Акатьева. Соня Акатьева тоже тут выступала на разминке. Тоже все у нее получалось. Прелесть, такая обстановка, знаете, народ прямо взволнован. Вот взволнован, вот в воздухе это летает. Соревнования второй группы открывает фигуристка из команды «Нас не догонят». Встречаем Софья Муравьева. Время решающих произвольных программ на Тинькофф Кубке Первого канала по фигурному катанию. Впереди еще 4 выступления. «Нас не догонят» против красной машины. Софья Муравьева представляет команду синих. Команду синих, которая выступает первой в произвольных и, соответственно, постоянно отрывается от соперника. Сейчас синие в роли догоняющих на льду. Софья Муравьева.
дорогая, да какая же ты молодец. Какой аксель 3,5 оборота. Просто чистейший, легчайший. Зашла на второй аксель. Сделала его с небольшой ошибкой на выезде. Вот посмотрите на эту девочку. Она такая длинная, такая высокая. С хорошей очень фигурой. Нет ни грамма на ней лишнего. Понимаете? Ни грамма, потому что 1 килограмм решает все. И это очень сложно, когда у тебя нет ничего, с чего худеть. Тебе все время нужно худеть. Тебе все время нужно следить за своим питанием в детских лет. И не позволять себе буквально ничего. Потому что не пойдет аксель, не пойдет четверной, не пойдет. Будут травмы. И вот эта девочка, вот я вам говорила, это второй был аксель. Видите, она сделала перепрыжку. Но она могла бы сделать перепрыжку и на отпрыжке сделать сальхов, например, двойной, да? И это бы не так бы было заметно, да? Ну, то есть, конечно, заметно, но все равно сняли бы меньше. Она этого не сделала. Спасибо ей большое. Софья Муравьева, наша Джульетта, наша хрупкая, такая нежная. Сонечка, мы так тебе благодарны и вчера, и сегодня. За то, что ты просто тащишь нашу команду. Скажи, тебе наша команда помогала сегодня кататься? Я тоже очень благодарна команде нашей. Просто невероятная поддержка. И зал тоже. Зал тоже очень круто поддерживает. Спасибо всем большое. Сейчас мы посмотрим, как нас поддержат наши судьи. Софья Муравьева за произвольную программу набирает 160. Вот так оценки. Больше 160 баллов получает Софья Муравьева за свою произвольную программу. Нас не догонят по-прежнему в борьбе. Итог. Больше 2110 баллов набирают синие. Они по-прежнему впереди. Уважаемые зрители, свою произвольную программу представляет Аделия Петросян, команда «Красная машина». Эта спортсменка достойна того, чтобы ее носили на руках. Носили на руках сильные и красивые мужчины. На льду со своей произвольной программой появляется Аделия Петросян. Миниатюрная, хрупкая, но очень сильная спортсменка, выступающая за «Красную машину». Как я люблю эту тренерскую компанию. Половина аксель. Сделано! Четверной тулуп. Thank you.
выдающимся образом каталась девочка. Не прыгнула только второй четверной прыжок. Сделала аксель в 3,5 оборота. Четверной тулуп сделала так легко, что мужчины так не делают. И вообще, вы знаете, просто хочется встать, когда она катается. Невероятно, чтобы такая крошка так умела. Как я люблю эту компанию. Эту компанию и Перец Уберидзе, которая дала миру Липницкую, Медведеву, Загитову, Щербакову, Валиеву и вот эту крошку. Ну и Софью Акатьеву мы сегодня увидим. Для этих спортсменок еще не заканчивается этот сезон. Впереди финал Кубка России, впереди турнир по шоу-программам. А в апреле группа Этери Тутберидзе с туром «Чемпионы на льду» прокатится по городам России. Покупайте билеты, и вы увидите своих любимых спортсменов вживую, всех вместе на одном и том же катке. И, конечно же, там будут выступать и Аделия Петросян, и Софья Акатьева, которую мы сегодня еще увидим. Все элементы тройные были ей исполнены, знаете, как дети в школу. Вот просто раз и сделано, луц-тулуп сделано, флип-олер-сальхов сделано. Это все тройные прыжки, понимаете, тут мальчики с тройных прыжков падали головой, об лед бились. А ей ничего как будто не стоит это сделать, это не совсем так. Хоть она и маленькая, и очень ловкая, и находится у фантастических тренеров, да, все равно это огромные энергетические затраты. Вот. Аделия Петросян, мне так нравится, как Татьяна Анатольевна находит нужные слова. Говорит, мальчики выходили на эту ледовую сцену и разбивали свои головы, исполняя элементы ультраси, а ты хрупкая вышла и исполнила и тройной аксель, и четверной прыжок. Но самое интересное, дорогие зрители, это послушать то, о чем говорят участники соревнований вместе со своими тренерами. Сразу после я услышал такую фразу, что я что-то не поняла, в воздухе как-то вылетело некомфортно для себя. Это ты о каком прыжке? Это был прыжок четверной тулуп, двойной дупель. Я, когда отталкивалась, была не уверена в полете, что смогу его сделать. Но, к счастью, в воздухе все сложилось, что смогла приземлиться на правую ногу и выехать. Мы тоже безумно счастливы. Объясняем, дупель – это двойной аксель. Адель, что, какие новости твоей жизни, что предстоит, в каких мероприятиях участвовать в ближайшем будущем? В ближайшем будущем я хотела бы пригласить всех на наше шоу «Тим Тутберидзе», чтобы все были, присутствовали на этом мероприятии. Ну что ж, а сейчас давайте посмотрим на баллы за твою произвольную программу. Аделия Петросян за произвольную программу набирает... И смотрим на эти баллы с большим удовольствием. 156,5 баллов получает Аделия Петросян. Красная машина снова впереди. Красная машина в борьбе за Тинькофф Кубок Первого канала. И разница уже очень солидная. Соревнования в произвольной программе продолжает участница из команды «Нас не догонят». Встречаем Елизавета Туктамышева. Очень жаль, что совсем мало времени остается до окончания этого прекрасного турнира, но очень здорово, что мы с вами продолжаем следить за лучшими фигуристками России, лучшими фигуристками планеты на льду. Заключительной произвольной программой в составе синей команды «Нас не догонят» Елизавета Туктамышева. Двойной аксель. Еще один тройной аксель. А еще раз сделано.
Яковлевич крутой. «Одиночество». Написано для Лизы. Прелесть, что такое. Ох, Лиза, ну ты и даешь, однако. Просто невозможно. Что с нами делается? Вы посмотрите. Который год и из года в год все лучше и лучше. Просто невозможная красота. Все пошли на лед ее целовать, носить на руках. Это точно, только не упал. Прелесть. Просто прелесть. Она знает, что она делает. Эти два акселя в 3,5 оборота. Они стоят всех четверных. Это прекраснейшая программа. От одиночества одиночники. Вот она, одиночница. Вот она, милая моя. Ну какая же умница. Елизавета Туктамышева. Ее произвольная программа, которая называется «Одиночество». Но я, пользуясь случаем, хочу эту программу переименовать. Это программа «Одиночница». Одиночница, самая любимая и неповторимая Елизавета Туктамышева. Лиза, так как ты, не может никто. Я можно вот так перед тобой встану, как ты в конце произвольной, и буду задавать тебе вопросы? Лиз, ты сногсшибательна. Расскажи, мы с тобой уже не первый раз в одной команде. Камил, а ты-то куда там спряталась? Иди тоже обниматься. Сколько еще мы с тобой в одной команде будем биться? Сколько хочешь, столько и будем. Все от тебя зависит, видимо. Я хочу, чтобы это длилось вечно. У меня самая крутая команда. Самые мои любимые девчата. Моя любимая Лиза. Моя любимая Камила. И я вместе с ними. И мой уважаемый Алексей Николаевич Мишин. Я ему даю слово. Ох, Алексей Николаевич. Дорогие зрители, Лиза бывает лучше, бывает хуже. Сегодня она была хороша. Но скажем, давайте скажем Лизе спасибо, что она есть у нас. Оценки, Елизавета, Туктамышева. Потому что вот эти детки, которые катаются, они равняются на нее. Елизавета Туктамышева набирает 156 баллов. И снова синие впереди. Нас не догонят. Финальный балл 2275. Ждем. Завершает соревнование в произвольной программе Софья Акатьева, команда «Красная машина». «Красная машина» уже дважды выигрывала Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию. И сейчас заключительный стартовый номер, заключительная произвольная программа. И именно за красных в исполнении новой чемпионки России среди женщин Софьи Акатьевой. Половиной оборота. Сделано. А вот он, четверной тулуп. Четверной тулуп сделано. Матери
уже второй четверной сделала. Ну как? Невероятное удовольствие подарила нам сейчас Софья Акатьева, которая своей произвольной программой, потрясающе исполненной, закрывает соревновательную часть этого турнира. Турнира, который начался с совместного номера двух команд, который был поставлен этим же самым тренерским штабом. И Терри Тутберидзе, и Даниил Глейхенгауз открывали своим совместным номером Кубок Первого канала. И Софья Акатьева его закрыла. Да каким образом? Шикарный, потрясающий, невероятный прокат. Да, конечно, это тренерский эксперимент. Отсутствие страха. Потому что на тренировках нужно это пробовать, нужно это делать много тяжелой, очень сложной, опасной работы. Мир должен это видеть. Он должен видеть, как русские преодолевают, как русские двигают вперед это фигурное катание. Как мы сосредоточены на этом. Как мы хотим этого. Нам никто не имеет права нам запретить то, что у нас происходит. Нигде вы можете через неделю посмотреть чемпионат Европы по фигурному катанию. Вы не увидите там четверти того, что вы увидите здесь. Огромная благодарность этой девочке Софье Акатьевой. Просто чудо. Фантастический результат. Честно. Честно. Ну что же, дорогие друзья. Дорогие друзья, на этом конкурсная программа нашего первого турнира этого года «Тинькофф Кубка Первого канала» подошла к своему логическому завершению. Жень, как ты думаешь, кто победил?
А в этот раз точно так же, как и в два предыдущих раза, побеждает команда Алины Загитовой «Красная машина». Но мы с вами с самого первого дня не сомневались в их победе, ведь они лидировали с самого первого мгновения. Да, и для вручения кубка к нам сюда мы приглашаем Александра Ильича Когана, генерального директора Федерации фигурного катания России, который так много делал и делает для развития фигурного катания нашей страны. Александр Ильич, будьте любезны, кубок передавайте капитану победившей команде Алине Загитовой. Второе место, не последнее, а второе место заняла команда «Нас не догонят», капитан Камила Валиева. И, конечно же, помимо кубка, мы хотим вручить командам чеки на крупные суммы. Команде-победителю чек на сумму 11 миллионов рублей. Команде, занявшей второе место, чек на сумму 9 миллионов рублей. Ну что же, мы завершаем, Жень? Да, друзья, мы завершаем и поздравляем участников, поздравляем всех, кто работает с ними на такой высокий результат. Ну и, конечно же, мы поздравляем вас, болельщики, ведь эта борьба без вас была бы просто-напросто скучной. Кубок Первого канала состоялся, и он был блистательным, а по-другому не может быть, потому что это Первый канал. Друзья, мы благодарим всех болельщиков! Мы благодарим спортсменов, мы благодарим тренеров. Мы, конечно же, хотим сказать спасибо капитанам команд Алине Загитовой, Камиле Валиевой и, конечно же, Алексей Ягудин, Максим Троньков. И с вами вместе сегодня вели это спортивное великолепие Евгения Медведева и Дмитрий Хрусталев. Ну а мы с вами на этом прощаемся. До новых встреч! Пока!